что, они разумны? У них есть вожак? Что-то вроде короля или жрецов? Или у них, типа, централизованная община? Готова спорить. Большинство бы даже не стало думать и просто вломилось туда с оружием. Но не ты. Ты лучший помощник на свете. Сигнал сильный и устойчивый, но тебе не трудно поделиться собственными наблюдениями? Какое научное имя! Честно говоря, я не была уверена, крабы это или какие-нибудь прибрежные креветки. Кое-какие наблюдения, касающиеся их защиты и маскировки, натолкнули меня на мысль о прочном и незаметном головном уборе. Считай это моей благодарностью за то, что удалось их не потревожить. Вот, кстати, это еще возьми. Поможет тебе избегать их в будущем. Отлично! Мне никогда не удавалось изучить серьезные ранения. Обычно все орали, чтобы их немедленно зашили, или истекали кровью, или еще что-нибудь. Но ты-то точно выдержишь многое, так что мне вряд ли удастся найти лучший образчик человеческой анатомии и жизнестойкости. В следующий раз, когда тебя серьезно покоцают, приходи ко мне. Я сперва тебя изучу, а потом вылечу. Но у тебя же все равно когда-нибудь покоцают, правда? Так держать, мой храбрый ассистент. Давай, иди и покалечься. На благо человечества. Только чтобы быть в состоянии вернуться. Это важно. Я даже не могу выразить, насколько. Вот. Твоя помощь была неоценимой. Я хочу тебе это подарить. Мне больше нечего тебе предложить. Благослови тебя, Бог. Попробуй спрятаться. Тревога. Обнаружен противник. Всем разрешено открыть огонь на поражение. Тревога. Обнаружен. Неприятен.
Ударим. Основные системы. Нет пункта. Все чисто. Зеленый. Возвращаюсь в стандартный режим. А ну, стой! Небо! Анализ уровня угрозы. Желтый. Идет поиск противника. Анализ уровня угрозы. Желтый. Идет поиск противника. Противник не обнаружен. Продолжаю. Ревблока. Продолжаю патрулирование. Анализ уровня угрозы. Желтый. Идет поиск противника. Противник не обнаружен. Патрулирование. Как продвигается исследование? Ну, как себя чувствуешь? Конечно, знаю, но это же ради благородной цели. Постарайся не дергаться, пока я записываю. Попробуй теперь описать боль, которую чувствуешь. Есть какое-нибудь средство ее преодолевать? Не забывай, это важно для будущих поколений. Нет слов? У тебя? Боже, все гораздо хуже, чем я думала. Но на счастье, здесь есть я. Все, сиди тихо и не дергайся. Ох, как ты можешь вот так тут разгуливать? О, смотри, я тебе тут вышила смайлик, чтобы настроение улучшить. С твоей стороны, правда, его не видно. Вот, возьми морфин и мой защитный комбинезон. Поможет тебе в медицинских делах, заодно и от окружающей среды защитит. Как всегда, правильно. А твои отзывы действительно помогли написать очень умную книжку. Боюсь, даже слишком мудреную для некоторых.
Конечно. Если читателю наплевать на такую важную вещь, как книга о выживании, то что мы можем с этим поделать, а? А на случай, если читатели решат обвинить тебя в своем невежестве, вот твоя награда. 2 больших коробки патронов. Ну, переходим к следующей главе. В последней главе будет чуть побольше эзотерики. Она о выживании человечества как вида и о том, как возродить общество. Глубокомысленно, да? Нам нужно понимать, как зарождаются большие поселения, как работать со старыми технологиями, а еще мне нужны материалы по древней истории из ближайшей библиотеки. Нам осталось сделать последний рывок, так что давай закончим на мажорной ноте. С чего начнем? Ну да, это мне кучу времени сэкономит. Только спорим, у них там нет ни строчки про взрывающихся кротокрысов, а? Книги — это вместилище знаний старого мира, а библиотеки — это вместилище книг. Одна такая точно должна быть в Арлингтоне. Проверь, сохранилась ли она, и сможешь ли ты списать записи с местного компьютера. Такие информационные завалы бесценны для восстановления человечества. Отлично! Библиотека должна быть в старом Арлингтоне, недалеко от делового центра города. Попробуй найти компьютер и скопировать архивы. Если не доберешься до компьютера, устроить даже просто картотека. Даже самая незначительная информация может оказаться полезной для книги, а как следствие и для человечества. А, снова ты. Большое спасибо за помощь. Развлечемся? Ага, хватит трепаться. Пошли. Твоя сестра, твоя тетя, твой друг, твой сосед. И что ж, конечно, кроме всего прочего, анклав — это я. Я ваш президент. И моя обязанность — возродить нашу великую демократию.
Я твой президент, великая Родина. Я голос, сердце и душа анклава. Я голос, сердце и душа Америки. Но только вместе, вместе мы сможем достигнуть наших целей. Восстановить все, как было до войны. Целым, прекрасным. Один анклав, одна Америка. Сейчас... Думай обо всем, о чем я говорил. Подумай и жди. Стоять! Этот район под контролем Братства Стали. Немедленно покиньте его! Тебе не занимать смелости, раз уж гуляешь по таким местам, как это. Ты грабишь развалины? Похоже, у нас с тобой общие цели. Приятно встретить человека с правильными жизненными приоритетами. Я старший писец Ерлинг из Ордена Слова. Если тебя это интересует, у меня есть к тебе предложение. Как я заметила, это типично для многих жителей пустошей. Если захочешь, могу расплатиться деньгами. Возможны и другие формы оплаты. Но прежде чем получить награду, нужно помочь мне в моей работе здесь, в библиотеке. Что ж, не могу не восхититься твоим упорством в достижении поставленной задачи. Теперь к делу. Моя работа — собирать памятники письменности прошлого и пополнять тем самым архивы братства. Большая часть довоенных книг была уничтожена, но некоторые сохранились. Вот только искать книги в этих руинах непросто. Поэтому приноси мне любые книги, которые найдешь, а я вознагражу тебя за это деньгами, раз уж ты их предпочитаешь. Ничего такого у тебя нет. У меня нет времени на розыгрыши. Это место стало аванпостом нашего проекта. Собранные нами книги здесь можно заносить в компьютерные системы. А потом мы переправим их под охраной в цитадель для переписывания в архив. Книги — это концентрированное знание прежнего мира. Ценно все, от детских сказок до подробных технических описаний. Собирая и записывая эти знания, мы, писцы, анализируем их и используем во благо братства. Как бы ни понимал это благо наш старейшина. Мне не следует критиковать старейшину Лайонса. Чужаку я могу сказать только одно. Он не традиционалист, и хватит об этом. На терминале есть доступ к картотеке, но, похоже, с основными архивами связь оборвалась. Вот пароль. Ты можешь даже добраться до центрального компьютера. Он там, дальше, но уже без меня. Я ученый, не боец. Конечно.
Забудут. Не расслабляться, ребята. Get him!
Прицелься! Огонь! Сейчас повеселимся. Порву и моргал, и выкорну. Ура! Разорвем! Thank you.
И снова здравствуй. Удалось найти какие-нибудь книги? Великолепно. Сколько ты хочешь продать? Отлично. Вот твоя награда. Используй ее с умом. И приноси еще книги, как только найдешь. Да пребудет с тобой сталь. Мне нельзя разговаривать с незнакомцами. Она существует? Там есть книги? Могу я взять парочку? Правда? Данные со всей библиотеки у тебя прямо тут? Превосходная новость! Ну, что у тебя? Расскажи мне все. Полагаю, мы двое — единственные люди, осознающие его истинную ценность. Боже мой, мне же придется всю эту информацию разобрать и перекопировать, когда закончу с текущими делами. А это надолго. Вот, держи книгу и немного крышек за помощь в исследовании. Как будто плачу штраф за целую цивилизацию испорченных библиотечных книг. Я хочу узнать историю процветающего поселения. Например, как возник Ривет-Сити. Есть еще большой раздел о работе с компьютерной электроникой, так что придется провести исследование на старом производственном комплексе Рабко. Вот такая у нас выйдет последняя глава. Ну так что? Я вот не уверена. Удивительно, но люди могут запутаться даже в важных вещах. В данном случае меня интересует Ривет-Сити. Это самое успешное поселение в округе, но никто на самом деле не знает, с чего там все начиналось. Так что, конечно же, очень важно узнать, каким образом они добились успеха. Сходи туда и разузнай все для меня. Не терпится узнать, что ты сможешь там раскопать. Постарайся там копнуть поглубже, чтобы убедиться, что тебе сказали правду. У тебя проблемы? У меня нет времени углубляться в историю города. Меня куда больше заботит то, что происходит с ним здесь и сейчас. Ну давай. Добро пожаловать в наряды под... По-моему, мы уже виделись. Дай знать, когда захочешь что-нибудь купить. Надо же, как давно мне не доводилось слышать это имя. Сам я с ним никогда не встречался, но говорят, что он один из основателей Ривет-Сити. Ходят слухи, что он погиб, пытаясь разведать отломанный нос корабля. Другие говорят, что он ушел в анклав. О, я, можно сказать, все тут устроил сам. 12 лет назад, когда я пришел, все, что тут было, кучка неудачников в проржавевшей латчонке. Но теперь я вхожу в совет, и под моим руководством мы стали самым сильным поселением на пустошах. Конечно, пара неудачников так никуда и не делась. Кому хочется уходить из хорошего места? Ну да, конечно, но пока я не появился, ничего особо важного тут не было. Это все дремучая история, она никому не интересна. Но если тебе очень хочется зря потратить время, иди и поговори со старой коргой у барной стойки, красоткой Бонни. Да? В чем дело? Ага, пока. Что тебе принести? Какого черта тебе надо?
Об истории? Тебе что, так мало грязи, что захотелось копнуть поглубже? Даже не знаю, есть ли у города официальная дата основания. Думаю, он тут всегда был такой, с этой речкой и всякими уродами. Хрен тебе, а не истории. Придумают тут. Ладно, вот что скажу. Иди в сарай Пинкертона, что в отломанном носу корабля. Может, он тебе урок истории устроит, а ты от меня отстанешь? Давай, вали из моего бара. Какого черта тебе на... Вот ведь сукин сын! Да он еще на свет не появился, когда я сюда пришла. Интересуешься, значит, историей этого корыта? Единственный, кто что-то мог знать, это Пинкертон. Люди думают, он то ли пропал, то ли помер уже. На самом деле он заперся в другой половине корабля, и посетители он очень не любит. Но он все тебе расскажет. Нет, дуй отсюда. Тут вроде все в порядке.
ты еще что здесь делаешь, а? Хм. Наверное, ты что-то из себя представляешь, если уж удалось добраться сюда живьем. А сейчас расскажи-ка мне, какого черта ты беспокоишь старика, который хочет только, чтобы его оставили в покое. Ну, что молчишь? Ты о чем вообще, мальчик? Ничего не знаю ни о каком таком... как там его... андроиде? Что это? Ладно, как скажешь. Этот андроид, теперь он зовется Харкнессом, пришел и попросил перелить ему память. Я взял его прежние воспоминания и заменил их новыми. Думаю, раньше никто этого не делал. По крайней мере, здесь. Эта техника Содружества вовсе не так сложна на самом-то деле. Кроме того, я единственный на пустошах, у кого хватит опыта и выдержки сделать пластическую операцию. Ткани андроида не так уж отличаются от наших. Тебе нужны доказательства? Я все задокументировал, чтобы сунуть под нос доктору Ли, если захочу потрепать ей перышки. Ненавижу эту высокомерную суку. Эта ведьма разрушила мою жизнь. Но твоя правда. Кому до этого есть дело? Тебе нужны мои драгоценные доказательства. Это все в компьютере. Вот тебе пароль. Посмотри своими глазами. Черт, да возьми просто фотографии и кассету. Собственные слова искусственного человека. Только Харкнессу не говори. Он тебе все равно не поверит. И тебе, честное слово, не понравится, если он разозлится. Он может стать немного негостеприимным. Ну ладно. Понимаешь, я не стер его память, как он просил. Но я сделал ее недоступной. Совершенно. Почти то же самое, по сути, но она никуда не делась. Ее можно пробудить. Нужно просто назвать код. Просто скажи ему: активировать А321. Код возврата фиолетовый. И все скрытые подпрограммы запустятся. Как ты считаешь? Я хотел покопаться во внутренностях этой консервной банки Содружества, поглядеть, что там интересного. Там такие штуки есть, о которых я только слышал, да и то не верил. Могу понять, почему этот Зиммер так хочет вернуть его назад. По-моему, это шайка сопливых дебилов. Скоро подведут себя под монастырь. И ради чего? Освобождение машин? Однако они за годы натаскали мне очень интересное оборудование. Так что я к ним нормально отношусь. И этого андроида. Это же был уникальный шанс. Да по большей части это просто развалины, как и тут. Но ходят разговоры, слухи в основном, насчет места под названием Институт. Именно оттуда пришел Зиммер, да и сам андроид. Бог знает, что там еще происходит, но нашим техникам это и не снилось. 100%. Живу я здесь. Живу. Ну и работаю. Потому что тут нет доктора Ли и ее мартышек, которые выделываются под ученых. Тебе удалось обойти мою защиту. Значит, в голове у тебя не опилки. И поскольку я еще жив, думаю, ты здесь не для того, чтобы убить меня. Пожалуй, я ничего не имею против твоего общества. Только ничего не трогай. Что? Вот только делать мне нечего, как с тобой болтать об этих подонках наверху. Марш отсюда! Ха! Похоже, кое-кто поразнюхивал на славу. Ну что же, я удивлен, что эти мерзавцы меня еще помнят. Наверное, они до сих пор смеются, как ловко они тогда выперли меня из совета. Но ты можешь всем рассказать правду.
Для этого придется вернуться на 40 лет назад, к тому времени, когда остатки Института океанических исследований вычистили болотников с этой развалины. Мы тогда искали новую базу для лаборатории, а в этом ведре с гайками чудом уцелел научный отсек. После того, как лаборатория заработала, вокруг нее выросло все, что ты тут видишь. А командой ученых руководил некто Пинкертон. А, вот только лет 18 назад сюда заявилась Ли со своей маленькой сволочной командой. Всем растрезвонила про свой супер-пупер-прожект «Чистота». И все мои сотрудники ушли работать к ней, предатели. А потом она выперла меня из совета и заняла мое место. К тому времени я был только рад со всеми расплеваться. Но черта с два я покину город, который я сам сделал великим. Да какая разница? Какой-то прожект по гидропонике, который она кропает уже 1000 лет. По-моему, пустая трата времени. Однако же мои сотрудники больше увлекались этим проектом, нежели такими мелочами, как наладка оборонных систем и попытки вернуть этому корыту плавучесть. Мерзавцы и предатели. Все как один. Ну, конечно. У хорошего ученого всегда все данные в порядке. Вот, держи. Уже никто, наверное, не вспомнит, что у меня есть запись первого собрания совета. Забирай. Может, получится поставить там всех на место. Не теряй бдительности. Код моей модели А321. Я искусственный человек из Содружества, и я собираюсь пройти имплантацию памяти. Я нахожусь в Ривит-Сити и уже прошел пластическую операцию, так что я больше на себя не похож. Я все еще не могу привыкнуть к новому звучанию своего голоса, но скоро я забуду, что раньше говорил по-другому. Я делаю эту запись по просьбе Пинкертона, который изменил мое лицо и сделает также трансплантацию памяти. Это будет последним свидетельством того, кем я был, кто я пока еще есть. Я хочу жить собственной жизнью, быть самому себе хозяином. Я работал в бюро робоконтроля Содружества. Но я покончил с той жизнью. Мне надоело быть чьей-то собственностью. Я не дефектен. С каких пор самоопределение стало дефектом? Когда все это закончится, я стану кем-то другим. Такова цена моей свободы. Моя смерть пойдет на алтарь моего нового рождения. Возможно, я войду в легенды как тот, кто ушел, и вдохновлю своим примером других. Однако не хочу лгать. Я делаю это по эгоистическим соображениям. Я дико напуган, и бегство мой единственный выход. Привет.
Добро пожаловать. Удалось узнать, как был основан Ривет Сити? Ага, расспросы первых встречных не принесли результата, видимо. Чтобы добраться до истины, всегда нужно как следует поработать. А теперь рассказывай. Если принять во внимание хорошо защищенное место, а также выгоду от научных открытий, можно легко представить, как городу удалось так быстро разрастись. Если есть ум, можно многого достичь, а? К слову, тут у меня есть кое-что, что поможет тебе быстрее соображать в нужный момент. Ах да, надо сказать торговцам из Ривет-Сити, что я их положительно охарактеризовала в книге. Будешь с ними иметь дело в следующий раз, получишь скидку. Ну а то. До меня они доходили, как правило, уже в виде хлама. Но торговец дал мне эту электронную штуку с фабрики Рабко. Если можно будет снова активировать и взять под контроль местных роботов, это будет отличным примером для книги, как можно использовать технологии прошлого. Да, ты, наверное, сможешь подключить прибор к компьютерной сети производственного комплекса Рабко. Я обеспечу тебе доступ к роботам и терминалам. Вот, держи. И не забывай посматривать по сторонам. Вдруг увидишь какие-нибудь образцы довоенной технологии, пока будешь там. О, это очень приятно. Что ты хочешь узнать? Оглянись вокруг. Посмотри на мир, в котором мы живем. Может, для тебя он кажется нормальным, но книги рассказывают, каким он был прежде. Совсем другим. Поэтому нам нужно что-то, что даст нам волю к жизни, несмотря на весь ужас вокруг. Для меня это такие вещи, как эта книга. Да нет же, слушай, представляешь себе разбитое стекло? Даже если все кусочки собрать вместе, целого стекла все равно не получится. Но если хватит ума, из кусочков стекла все равно можно что-то сделать. Может, даже что-нибудь прекрасное... Витраж, например. Так вот, мир разлетелся на кусочки. Все, кому не лень, пытаются собрать его обратно, но прежний мир уже не вернуть. Ну, я понимаю, это звучит совсем безумно, но да, я к этому стремлюсь. Руководство по выживанию на пустошах небольшой, но важный шаг к этому. И вот в этом мне нужна твоя помощь. Не уверена, что я справлюсь в одиночку. Удачи в исследованиях!